Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас рубрика «Фаберлик без прикрас», а это значит, что впереди вас ждут самые честные и достоверные отзывы. Огромный пакетище пустых баночек, просто огромный, здесь очень много интересного, давайте по порядку. Начнем-ка мы с бытовой химии. 3 порошка. Я набрала по хорошим ценам, пересыпала в свой контейнер, поэтому показываю вам целых 3 пустых баночки. Когда у нас с вами купончики были, у меня было много скидок 65%, я набрала вот по 200 рублей порошок. Вообще супер. То есть за такую цену такой порошок, это очень сказочно. Горная свежесть. Артикул 323. Опять горная свежесть. Альпийские луга, 322. Порошок классный, порошок качественный, порошок гипоаллергенный, порошок, который хорошо отстирывает. Девочки пишут, что не отстирывает у них все равно. Не знаю, в чем проблема. Пишут, машинка новая, как бы и чистили только недавно. Потому что иногда, когда не отстирывает какой-либо порошок или пятновыводитель внутри машинки не работает, ее надо почистить. Значит, ваш порошок прошел на прочистку, а стиралась у вас в холостую. Вот так это все дело работает, да? Гранулированный, подходит астматикам, подходит атопикам, все в нем хорошо. 800 грамм приравнивается к 3 килограммам обычного. Экономичный расход, адекватная цена. Пою оды, потому что люблю и ни на что менять на самом деле не хочу. Пробовала, экспериментировала, нет, лучше для себя не нашла. Поехали дальше. Новиночка. Соль для ванны Lovely Moments. Меня почему-то раскритиковали некоторые девчонки, состав, потому что здесь на первых местах содиум хлорид, содиум лауральсульфат. Вот за лауральсульфат, по-моему, говорили девочки, что это очень плохо, что на первых местах. Чем плохо, девчонки, напишите. Я не вдаюсь в составы, просто мне есть чем заняться, у меня столько много мыслей в голове. Я вот еще, если составы буду разбирать, нет. Катюшку Faberlic Love смотрела, она разбирала составы новинок, про соль, про состав вообще ничего не сказала. Не знаю, 29-46 артикул, она вообще не пенится. Она вообще не пенится. Как соль, да, мы ее высыпали, все, она растворилась. Пахнет приятно, кисленький такой компотик, киселечек, компотик, такой вкусненький, неприторный, хороший аромат, достойный. Соли, ну, прилично здесь, или полпачки, или целую пачку на ванной рекомендовано. Мы целую высыпали, как бы все нормально, то есть соль. Но она не пенится, как заявлено, что это пена для ванны, нет, не ждите от нее вообще нет пены. Так, дальше целых 2 пачки салфеток Petitels, которые я очень люблю, которыми я вывожу пятна с одежды, с обивки, с ковра, с чего угодно, где мне заляпают. 308-04 артикул. Обязательно попробуйте, если у вас дома есть дети, животные. Это находка просто. Они гораздо сильнее салфеток против пятен Faberlic в 1000 раз просто. Берешь 1-2 салфеточки, трешь, отпируешь цветные вот эти пятна на светлом ковре. Идеально. Обожаю. Так, дальше палочки ватные, ушные. 910-254 артикул, великолепные, всегда берем, никакие другие покупать не хочется, потому что плотная бамбуковая палочка, самой ватки намотана много достаточно, но в то же время она намотана плотно, вот прям как надо, удобно, великолепно, все. Все сказала. Так, еще из Petitels у меня закончился шампунь пятновыводитель для чистки ковров и обивок, но его я не использовала по назначению, опять я его использовала для стирки, девчонки, я с ним стирала. Почему? Потому что у меня есть салфетки, чтобы я еще что-то вот это вот наливала, потом просушила и так далее. Мне салфетками гораздо удобнее, они у меня все выводят. Не было необходимости использовать по назначению. 308-03 стирал, он, кстати, хорошо. Целых 3 пустых баночки от Ума у нас под мувашки улетают на ура, потому что всей семьей, потому что часто, потому что как пену для ванны, это все 1+, по-моему, или еще 0+ есть. Нет, все одинаковые, 1+. Сейчас на другого производителя перешла, потому что есть сухость у крестюшки, и попробовала крем от другого производителя, понравился и взяла всю серию. То есть и подмывашки, и шампунь, и так далее. Артикул 2792, а так все отлично. Хороший состав, 1+, пенится, как пена для ванны, слегка. Но хотя бы пенится, да, 0+, вообще практически не пенилось. Все нормально, одушки практически никакой нет, знаете, такая душка чистоты. Едем дальше. Мыло жидкое для кухни, устраняющие запахи, 5 в 1, 302, 15 артикул, это у нас здесь с вами экзотические фрукты, одушка у этих средств не ярко выражена, она достаточно деликатная, мыло такое кремовое, слегка-слегка фруктиками пахнет и действительно устраняет запахи. Кто-то тоже пишет, что не устраняет, у меня устраняет, а чеснока от рыбы устраняет идеально, не могу вообще придраться, все отлично. Оно подсушивает руки. Вот это что есть, то есть. Хлоргексидин. Жидкое мыло с хлоргексидином. Очень люблю. Рассказывала много раз, как применяю его. И стол с ним могу протереть. Раньше соски мыло, и бутылочки протереть. И коврик для сушки посуды в течение дня простирнуть. И тряпочки, которыми на кухне протираю. Отличненько. Моет, обеззараживает, запах приятный. Артикул
27-17. Хорошее мыло всегда должно быть в запасе, но вот сейчас в запасе нет. Почему-то. Забываем. Пена для ванны и жидкое мыло из линейки Техно Kids. Никаких нареканий к нему тоже нет. Ксюшка пользуется. Они 3+ у нас с вами. Жидкое мыло с дозатором 23,56. И вот пена без дозатора 23,57. Вкусный аромат зеленого яблочка. Хорошо пенится. Все прекрасно, все здорово. Аллергии тоже никогда на эти средства никаких не было. 2 бальзама для стоп гладкие пяточки. Сейчас у меня какое-то время активного ухода за собой, за волосами, за кожей головы, точнее, за питанием вот таким вот, за ногтями, в том числе за ножками. И гладкие пяточки у меня прям вообще фаворит всегда, 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 всегда. На ночь вообще просто и с утра великолепие. Ваши ножки напитаны. Здесь 30% глицерина. Артикул 1661 и на кутикулу на ночь. Изумительно тоже. Вот все равно лучше всего. Вот глицерин, видимо, для этих целей важен. Но на ночь, в течение дня на руках ощущать это средство очень неприятно, но ощущается. Но в течение дня я могу и на ножки нанести, надеть носочки, и либо на ночь, и на ручки на ночь. Вообще огонь, девчонки, кто страдает сухостью, возьмите обязательно на пробу. На ночь класс. Так, дальше ультракондиционер для белья, орхидея кашемир, но нет, все-таки, нет, не хочется мне его еще раз брать, я как-то взяла для разнообразия, но больше не хочу. 118,50, ну не нравится мне этот аромат на мокром белье, не знаю чем, он вроде как цветочный, он вроде как такой прям парфюмированный, но не нравится, мне больше нравятся другие, поэтому проходит мимо. Так, морожка одна. Морожка, это у нас с вами бальзам. Ксюшке брала, очень подходит ей эта серия. После нее прям у нее волосы блестят, прям такие шелковистые, классно. Особенно масочка и шампунь, все подходит. И мне очень нравится, хорошая, действительно достойная и очень бюджетная серия. Действительно очень достойная. Да, здесь СЛС, естественно, есть, тут все как бы, ну, не без этого. Но класс. 0196 артикул, бальзам суперский. Это у нас с вами для восстанавливающих, по-моему. Так, дальше прополис. Нет, его хотела опять купить, не нашла на сайте, ни по артикулу, никак. Вывели, наверное, прополис спрей-экстракт. Опять, видите, крестюшка, чпоник. 157,47 артикул, если вдруг на вашем складе есть, или, может быть, он появится. Очень классное вообще средство. Как только начинает у Ксюшки болеть горло, она прям, мама, дай мне вот этот вот мед. Она пшикает несколько раз, все. Но главное успеть вот в самом начале. Но даже если разболелись, тоже очень здорово помогает. Поэтому пользовались с удовольствием. Так, эта упаковка от носков у меня тут затесалась. Lovely Moments, которые раскраски. Здесь 4 фломастера, здесь носочки. Можно как дополнение к Новому году, кстати, взять. Если деткам что-то собираетесь дарить. Я, например, в этом году планирую. Ну, естественно, подарки от Деда Мороза будут. Да, письмо Ксюшка напишет за себя и за Кристину. И много всяких маленьких подарков таких вот. Но их много. Хочу вот так, хочу их упаковать. Хочу, чтобы под елкой прям была гора подарков. Вот мне так хочется. Всякие маленькие мелочи приятности. Вот такой мелочи приятности могут быть вот такие носки. Очень интересно, очень здорово. Артикул 501-58. Маска голубая, по срокам годности брала, быстро добила. Освежила впечатление. Артикул, не скажу, его на флаконе нет отнюдь. Маска гелевая и очень-очень плотная. Ее неудобно носить, тем более лопаточкой, которая здесь вообще неудобно. Я набирала необходимое количество в руку, между пальцами растирала и наносила. Если носить сразу на лицо, она кусками отваливается вниз. В этом она очень-очень неудобная. За 300, за 400 рублей, как нам часто предлагают, брать нет, не буду. А так очень классный вариант. Она охлаждает. Она реально охлаждает, на лето вообще огонь. Она подгоняет немножко отеки утренние, выравнивает, разглаживает. От нее есть эффект. Она мне по эффекту из всех, это B3 у нас, из всех 3 масок Faberlic единственное нравится. Те вообще как-то, ну, что есть, что нету. Поэтому, может быть, если будет хорошая цена, я еще повторю. В этот раз вот таким методом растирания мне где-то на 5 раз хватило. Не на 3, а даже на 5 раз вот такой вот баночки. Поэтому классная. Она прям холодит кожу, такой приятный холодок. Пробудиться с утра, девчонки, с помощью этой маски можно вполне. Бутылку выкидываю. Не помню, с какой она серии Lovely Moments, то, что написано просто супер бань. Почему? Ксюшка потеряла от нее резинку от крышки. Здесь была силиконовая такая резинка, она где-то потеряла, и она уже протекает. То есть брать ее куда-то с собой, положить смысла нет. Таких бутылок у нас много. Ну, для чего она еще может пригодиться, не знаю. Поэтому я ее выбрасываю. А так, кстати, классно. Она ее вот, ну, сколько, год, наверное, в школу таскала точно. Все замечательно. Крышка плотная. Тут веревочка еще сверху была. Так, дальше масло ботаника, сила и энергия.
нашла такое вот репейное масло для волос в артикуле 12,87. Как самостоятельный продукт, мне не понравилось, я не увидела эффекта на волосах, только масло долго смывать, заколебаться можно. Я применяла вместе с какими-то другими компонентами. Вот недавно делала маску с желтком на волосы, да, питательную, и вот туда можно добавить что-то намешать, можно. А так как самостоятельный продукт, мне не понравилось. Написано для ослабленных, склонных к падению волос. Вот, которое разогревало, оно как-то чуть получше, а это вообще. Кислородное дыхание Axiology Gamache, любимый мой продукт из серии Axiology, артикул 0271. Это действительно такой гамаш, он полупрозрачный, ментолового такого цвета, и там маленькие частички, они не угловатые, но достаточно шероховатые. И их прилично, чтобы хорошо кожу проскрабировать, очистить и получить такой тоже на коже легкий холодок, как будто здесь есть ментол. Мне нравится на утреннее умывание, на ежедневное применять вот это средство, я прям балдею. И после ночных всяких выделений кожи и ночного крема вот это все смыть очень хорошо и чисто получается именно вот этим гамажем. Люблю, поэтому периодически, когда акция бывает, беру себе. Другие продукты из этой линейки мне не полюбились, но гамаш действительно великолепен. Вы знаете, после него кожа как будто дышит. Вот вы умылись, почистились, да, и чувствуете, как воздух проникает сквозь кожу. Вот у меня такое всегда ощущение, поэтому за это и люблю. Салон Kia для волос, девчонки. Сыворотка для секущихся кончиков, умный кератин. Вообще, вот многие писали тоже, что полюбился. Вода водой, вот честно, вода водой. Что нанесла, что не нанесла, ничего, ноль. 77-74 артикул, вот такой мой отзыв. Так, дальше БАД Гепатофорте. Люблю. 157-59. И знаю, что работает, потому что как раз пропивала после операции в прошлом году. И за месяц мой организм восстановился без лекарств на БАДах до идеального состояния. Поэтому класс. Знаю, что работает. Кому? У кого проблемы есть какие-то с пищеварительными органами, да, печень почистить, почечки. Ну, в общем, неплохой продукт. Они у всех, мне кажется, эти проблемы есть, поэтому всем надо. Берите всех. Гель для душа закончился, один из новинок. Это фруктовый лед. Его, кстати, сейчас нет на сайте. Просила Ксюшка заказать, не получилось. 29,43 артикул. Это действительно фруктовый лед. Ягодный. Не сильно приторный. Но сладенький, с легкой кислиночкой такой. Вкусненько, здорово, деткам вообще понравится. Девчонки, 73 рубля со скидкой консультанта. На подарки сейчас набрать просто, и все счастливы. Такое надо всегда и надо всем. Так, и последняя баночка, упаковочка. Это ночные прокладки Faberlic. Постоянно почему-то девчонки любят разворачивать темы либо про лубриканты, либо про прокладки. Прям вот дебаты на Ютубе. Прям вот дебаты, мне так нравится читать. Артикул 112.95. Кому-то нет, кому-то да, здесь все индивидуально. Для меня они лучше всего впитывают. Не сравнить ни с Always, ни с чем. Вообще лучше. Для меня это защита надежная. Я даже не беру теперь дневные, потому что ночные, я знаю, что вот наверняка, что не будет никаких протеканий. Сзади широкие, сзади крылышки. И прилепить их можно, чтобы они прилипли. И передние можно прилепить. Плохая липкая основа. Давайте в обратную связь напишем, чтобы сделали покрепче. Но если одно крылышко на одно вот так налепить, они держатся. Поэтому очень люблю вообще. И живот с ними болит меньше. Все отлично. Так, на этом все, мои хорошие. Целую гору пустых баночек с вами разобрали. Ссылка для регистрации Faberlic, как всегда, под видео. Проходите, будем общаться. Надеюсь, была вам полезна. Всех люблю, целую, всем пока.